Конечно, ладно. 46. Пердушка. О, одно хп, заебись. Старт опять. Как обычно. КДЖНБ, 7Ж2Т. Ой, еще и Стеллар. Вообще заебись. А, еще и Excel-ка. Это просто какой-то идеальный старт. Приодет. Аккуратно. Это фулл хард дэмэдж, кстати. Аккуратнее. Привет, Вэйви. Мы теперь на чили, возможно. Привет, Мэтт. Надо бомбу где-то завязать. Привет, Бункермен. Это заберу, наверное. Там вторая, по идее, секретка будет снизу. Привет, рокеру. Привет, допамин. Найс. Давай. Хемитамис. Блять. Ладно. То теперь я знаю, что это телепилс. Где? Справа. Да, это поломанный скрипт. Там можно только черный хп спаунить. Причем, по-моему, здесь тоже телепилс, да? Нет, другая таблетка. Ну, еще одну попробуем. Привет, Рождеус. Ожидаемо, ожидаемо пососали. Ну ладно. Не химитомес. Босс говна. Привет, Серега. Ну, в ультрахарде есть же два дабл-трабла вроде подряд. По-моему. Или нет? Погоди, там два босса? Нет, там один босс, да, ведь?
Подожди, а как там работает? Что-то я уже забыл, как ультрахард работает. Там два босса или там один босс? Нет, там один босс, да? Двойной. Так что хз. Наверное, не может быть все же двух боссов подряд Double Trouble. Не знаю. Такого не помню точно. Че, почему-то показалось, что в ультрахарде два босса подряд. Double Trouble, там же один босс, по-моему. Вроде. Прямо курил. Давно файл не делал. Уже все забыл. Можно сделать тройного. Этим твином? Ну да. В принципе, можно. Это бэттрип. Не хочу бэттрип. Хорошая тренька. Не дал поорбитарить. Пердушка вонючка. Мешает столько. Чем получше. Вау, он плохо ролит. Привет, Лэмпс. Не быстро мы, конечно, рулим. Привет, Джаст. DPS пока, конечно, как кашечный. Гела. Чё, цены? Я сделал, чтобы никто такой хуетой не пользовался. Что-то ебаный аутизм, блять. А не фича. К сожалению, дороже сделать было нельзя. Я бы еще дороже сделал. А, денег нету, только бомба есть. Может, бомбы пару лет, ну нахера. Смешно, они все закомбились. Даже деньги если выводили, я все равно буду хуйню сделал дорого. Все это хуйню никто не будет пользоваться. Нахуя она нужна? Смысла никакого не вижу в этой чуши. А, 6 шипов-то нету. Я забыл. Можно было их и не бояться. Ну и ладно. Так, я уже ел и бэттрип. А! Вот чего я не ел. Классно. Охуенные таблетки в этом сиде. Просто охуительные. Теперь можно все уже есть, наверное. Теперь уже реально можно все есть дальше. Да, еще могу холдаун найти, у меня хп тир 2 красных. Еще можно холдаун нащупать и спиддаун тоже. Если постараться. Это интересная карта, у меня листок, но он, правда, уже дохлый, скорее всего, или полудохлый.
И денег вообще ни хера нет. Этаж просто конченый. Вообще ничего не падает нужного. Этаж суходрочь. Тут, кстати, мешок был, окей. Тоже ни хера нету. Постоишь. Автоматы уже, по-моему, взорвал. Да, по-моему, автоматы уже взорвал. Смешное. Еще больше рестоков. Ну это полезнее точно. Правда, если деньги будут. Денег пока нихуя нет. Три копейки. Фига, вот кино. Можно попробовать клетку искать, смысла мало. Сундуки проверить или мешки в той руме большое. Может повезет. Может повезет. Повезло. Так. Еще раз так же сделать. Повезло. Окей. Притрайв. Зашибись. Везде бомбы обратно вернули. Так. Теперь вопрос, где секретка первая? Тогда вопросы еще актуальны. Вот то может быть здесь. Да, здесь может быть. А здесь? И здесь, может, блять, везде может быть пиздец. Очень хуёвый этаж. Еще миллион вариантов. А вторая здесь, кстати. Вторую можно найти. Херня. Ебать. Чады. Нахуй ты тут нужен, чат, я не знаю. Нахуй я тут пришел сюда. Кто тебя просил здесь быть? В Кёрсе шипы навсегда удаляются. Не только в Кёрсе, все шипы удалились, если ты не заметил. Типа шипы в камнях тоже исчезли навсегда. Эти шипы обратно не возвращаются. Но статов не будет, получается. Статы пока можно не ждать. А. Два дня подряд ебутся сделками, понял. Два дня в ряд. Охуенный сид, походу, у нас будет просто охуетительный. Чего нахуй стрим сегодня сейчас запускать? Может было уже в новом году его запустить. Ну типа, ты можешь мне дать быстро айтем за эти 6 копеек? Было бы хорошо. Конечно, он нихуя не даст. Он нихуя не даст. Ладно.
Благо два же не порулил хорошо. Может хватит его дофармить. Редрим. Не хватило. Ну, еле как нам что-то высрали, ну еле как. А, заберем, может пригодится все же где-нибудь. Вроде его залтарить можно как минимум. Red Metodus. Эта рума нахуй вообще не проходит. Она просто нахуй не проходит, это ебаная комната. Папа Флай, спасибо нахуй огромное. Как пердушка спасает. Шаки. Чё он пернул? Типа от них что ли? Меня вот никто не задел. Меченые. Не видать. Да я знаю, просто я не видел, что она просто так прокала. Она же типа от слез прокает, нет? И, типа в него вроде никто не стрелял. Она же вроде не это не пердит от контактного урона. Или пердит. Хотя муж и пердит. Думаю, она только от слез реагирует. Ну, нерф довольно скотский, реально. После нерфа он стал намного хуже, конечно. Мне стало сильно меньше смысла. Денег ноль, бомб тоже ноль. Деньги есть. Деньги тут не помогут, к сожалению. Спасибо за 1, 2, 3 лэмпса за комиссию. Да жить-то живем вроде. Грустно, но живем. Жить-то, думаю, снова выживем. Созабег, похоже, будет очень долгий. Опять не рулится нихера. Какие автоматы грустные. Блин, я вообще грида хотел здесь увидеть. Жаль, грида не дали.
Привет, кому? Да, все камень золотой. Правда. Четыре копейки. Может, хоть один ролл будет? Хотя бы один ролл? Класс. Razer Blade поролился в Blood Rise, а потом в Bin. Это челлендж все айтемы качества 0? Во что я играю сегодня? Что это за говно? Охренеть. Катушка спасла. Это было близко. Места нихуя нет. Будет лучше с такими рулами. Хотя на самом деле не факт, что лучше, блин. Смешной сит. Ну, типа, две этим рума, а может даже одна осталась, если будет XL. Ладно. Роллы снова пока были абсолютно все уебанские. Что в них стоит верить дальше. Сейчас плюс 2 урона, это на самом деле, считай, и просто x2 мой билд. Так что очень тупо от этого отказываться. Плюс еще потом негатив будет, и будет, в принципе, неплохо. Ну, более-менее неплохо будет. Плюс в теории ресток сам по себе может еще активироваться. Может сам прийти и так. Не факт, конечно, но может повезти. Тринки жать. Дорого, я не хочу скоплер активировать. У меня хп 4 было сверху. Нахуя их просто так всирать? Была бы хотя бы сокрума. Сокрумы даже не было. Тоже какая-то, по-моему, шиза идея. Просто так хп проебывать, не имея билда. Я максимум, типа, пол хп с люка красного, наверное, чтобы скопляр был, если что, активен. Но сливать синий хп просто так, это какая-то тупейшая идея. У меня шипов уже 2 этажа нет. С подключением. Какие шипы? Я уже давно хожу с другими тринкетами. Каких шипах речь? Ред Вульфен. Грида нет сегодня. Не знаю, хорошо это или плохо, но грида нет сегодня. Рестока тоже нету. Ну, ладно. Ну и ран. Навряд ли.
Куда ты его пушишь? Зачем? Да, передаешь это Хорн. Кстати, уже не первый раз мне такое происходит. Бумера на три таких уже было в этом старике, что просто нихуя дэмэджа нет. А потом находишь Хорн. Это и золотой Хорн. Я был как-то раз, по-моему, золотой Хорн с этим, с мамой с боксом. Это было смешно. Там, конечно, был хороший первый дэмэдж ап. Приятненький. Рубрика «Хуй увидишь» меченый, потому что ёбаная темнота. Черепа можно взорвать, но тоже, блин, бомб всего 5. Тоже не особо-то много. Как будто не хочу я всирать бомбы просто так. На такую руму я готов бомбы тратить. Ёпта, я тебя не заметил. Подкрался. Да, это лос пошел на ютубе. Как раз файл закончился и решил сразу этого лоса поставить. Чё? А чё это было? Или он в меня плюнул, я просто не увидел, что он в меня плюнул. Вообще не помню, что сейчас был. Нихуя не вижу в этой темноте. Ну, скорее всего, меня плюнули. А вон грид где? В секретках, окей. Нет, будет никого. Вот деньги подоспели. Стоит ли фулл клирить? Мешок может быть интересен. Я... Там или будет тролль-бомба в нем, или я въебусь просто в камень с шипами. Что-то не хочу вообще не заниматься. Это я уже как-то проходил, по-моему. Такие эксперименты. Ну, пока Гела и Марбл стащат весь забег. Ну, еще Бади, ладно. Бади... Кое-как нашел, правда. Еле как нахуй высрал. За последние деньги, блин. Без него тоже было бы сильно хуже. Так, бомба я больше тратить не хочу. Ну хотя, погоди. Вот это может быть вторая секретка. Нет. Гитмен. О! Вот теперь я заберу мешок. Вот теперь я заберу мешок. Беспроблемно. Опа. Довольно хороший мешок. Хотя ключи можно отдавать этому ключнику. Мне ключи до хрена, это рано Лэмбо. Мне ключи, в принципе, не особо нужны будут скоро. Че мог? Наверное, в Кёрсу за пол хп. Даже за 0 хп мог пойти в Кёрсу на самом деле. Могу за пол хп пойти в Кёрсу, но стоит ли того, она узкая? Она узкая. Не, я не буду, не знаю. Прецендерал. Ну вот хп, да, я даже пол хп не хочу тратить впустую. Все-таки там шанс очень маленький, что-то хорошее в ней. Конечно, не равный шанс нулю, но тем не менее небольшой шанс, по-моему.
опять узкая. Руна может быть интересная. Ера. Ера, это интересно. Сакрумам. У меня 6 хп сверху лишних. Надо в аркаде хп слить половину красного обязательно. Чтобы был шанс хотя бы 6 хп активирую потом, если будет надо. Хорошо. Ебать. Хорошо. Неплохо. Правда, удача не поломать его обратно с капилляру из-за Литл Чада. Это удача, конечно. Привет, креветка. Вебка ни по каким случаям не бывает. Забудь про вебку. Я как будто вообще ни одного мечного не видел камня за весь ран. Я реально ни одного мечного камня. Вообще был мечный, хоть один мечный был камень в этом сиде. Бред какой-то. Вот там большой сундук есть. Я знаю, что скуплер уже поломал. Здесь выжил, не знаю. Чудаем. Сейчас грид будет наверняка. Первый прок. Хороший прок. Так. Тогда я, возможно, могу в Сакруму захуярить. Да, я думаю, есть смысл. Потому что 2 хп есть лишних. Плюс еще мужик понайду. Бам. Это бытовая синергия. Причем смешная хуйня. И того покормил, и этого мог покормить. Всем по корму.
Я знаю, мне хп не надо. Я специально его не беру. Сейчас буду сокурму фармить. Ешь! Блять, он не видит. Что тупой. Увидел. Ну-ка, хп много. Погнали. Три. Четыре. Пять. Шесть. Не помню, выходил или нет. Семь. Восемь. Рок съели. Ну-ка. Деньги так деньги, ничего страшного. Тут уже, в принципе, ничего страшного. Деньги тоже меня устроят. Ну, нашел нихуя, потерял нихуя. Сокрума, конечно, гениальная. Выхлоп небольшой. Яра же есть, кстати. Можно полтора синих надо задиплить. Либо с собой вообще забрать Еру на сундуке. Может с собой забрать реально Еру. У меня сейчас хп так проблем не будет, по-моему. Магаз, я знаю. Я знаю про магаз. Успокойтесь. Я в него и иду. Все нормально. Батарея не работает на гела. Прям я так теперь буду бесить. Ладно, похуй. Ладно, куплю пока. Полезная. Может, склбэк тут же упадет. Было бы хорошо. Не упал скулбэк. Ладно. Ну, Диблисон, я не думаю, что это стоит того. Хотя с мамски теперь, может, и стоит того. Не повезло, кстати. Минус грит. Тридцать пять минут до пиздавам. Яра. Батарейки. Среда. Первый. Ой, второй, то есть. Это тоже правда. Видел телепис... А, тирсдаун, окей. Такой тоже уже ел. Жадно. Забавно. Окей. По итогу реально, может, того стоило. Представил. А, нет, по-моему, никак. А, у меня где-то здесь, как его. Папа Флайс, окей. Наверное, полезно. Так, гела вернуть.
У меня были телепорта, по-моему. Телепорт можно оставить. На Даркруму, может. Типа, лучше ли вообще гело, чем Марблс? Марблс, вот еще я нахуй несу. Нахуй чат читай, господи. Чем Хорну. Типа, плюс 2 урона в каждой комнате, а гело дает челика, у которого сколько урона? 3 с чем-то, да, наверное? На каждые 2 комнаты. Но с гело будет больше слез, шанс больше на бэкстейбера. Может, за бэксайбера все же что-то гело получше будет. Возможно. Ладно, пофиг, пошли так. Сейчас, тем более, будет демешав с негатива, так шпух. Стамак будет нормальный. Негатив забрать. Ну, с этой гело работает этот тринка. Хотя у него так тупо, типа самонаводка. По сути. Ну тоже вроде получше, окей. Тоже даже как будто почти билд. Сделка еще раз не прохнула. Охуеть. Я дважды не получил шанс 2 к 3 в этом сиде. Просто охуеть. Red Darkest. А, хоть я взрываю. Тут уже шанс 100%-ный, можно было уже и не взрывать. Ну, ладно. Ну, гела лучше, просто он же раз в 2 комнаты, я про это говорю. В этом отличие. Гео, конечно, интереснее, просто он типа не в каждой руме есть. В этом минус. А тогда у него урона побольше и приколы всякие прокуют. У него эффекты слез мои же используются. Спасибо. Ага. Зря, походу, не зарядил, да, гела? Чё, думаю, да похуй на гела, и так пройду. Чё получаю? Срун? Нет. Дамаг. Ешь. Ешь быстрее. Она хочет стрим нахуй вырубить хочется. С такого старта, блин, стрима. Опять паук. Ешь. Да это пиран, он еще был на одном хп еще при этом. Просто легендарный старт стрима.
Это животное, мне опять паука кинул, даже не видел, что он это сделал. Он на входе в комнату сделал. Спасибо. Даже на это не среагировал. Думаю, что за паук откуда. Ебаное животное. Как он этих пауков ебаных дает миллион? Жри. Молодец. Прец икс. А где? Пизде, похоже, опять. Понял, все, пошли нахуй отсюда. Хотя, есть вариант. Привет, Юстов. Вторую найду. Подожди, она не здесь? Или я там не проверил? Она будет здесь. Думаю, что это стоит того. Это я зарядил. Ну хотя ладно, это одно и то же, по сути, что и синие, если я их не заполню. Может, успею их похилить. Окей. Успел похилить. Ну-ка. Вниз. Ты думаю, не хочу фармить. Ебать, он откуда быстро. Степашки опять. Блять, ж поломал скапуляр. Ну ладно. На ютубе уже пошел тост.
Спасибо. Ладно, в какой-то веке это было реально полезно. С ума сойти. Терепилс. На старт-карту ставлю. Почти одно и то же. Хилис после сатаны. Тут дело ебаный был, ну ладно. Дольше, чем надо, появлялся. Ладно, пришерепился. Это не конжоинт. А, я проебал терепилс, ну да. То плюс хп. Собожусь, терепилса нету фулс по хп. Ну, мне делать терез не хочу, наверное. Было хорошо. Это охуенный румы для тоста. О, в этой руме, по-моему, Джек умер, по-моему, в этой руме он умер. Или подобное. Похоже, фул клирим. Еще телепорт. Даже взять можно для красоты. Чтобы не друг за другом шли. Синий, черненький. Коллекция телепортов.
И зеленый еще ищу. Кошмарный забег. Ну, долгий, в принципе, не особо сложный попад. Просто душный, очень пустой. Повара нас ничем ходить. И опять таблетки срут. Привет, мамбе, спасибо. 46.